Всем привет! Очень давно не было видео про наш свитборд. Почему? Потому что 1 сентября мы потеряли мотор. В общем, было небольшое волнение, а именно начинался шторм. И в момент разворота, в общем, долгая история, его отломило вот в этом месте. Я сразу же полез с ним искать его, с Алексеем и его другом. Водички там было немного, вот так. Не удалось найти, через несколько дней мы опять отправились искать. В общем, мотора нет. Но мы не отчаивались, искали, искали. И нашли вот это. Мотор Чайка ML20B. Мы такого в интернете, кстати, не находили, потому что все ML20, у них идет тут такой... такая труба, бампер такой круглый по кругу, наверное, чтобы за него вращать. А у нашего есть вот такой румпель. То есть не хухры-мухры, а какая-то редкая модель. Попробуем оживить его. И, конечно же, до нового сезона мы купим другой мотор. Вся проблема просто в том, что нам нужен мотор именно с длинной ногой. А этот будет как запасной... или, ну, скульптура, я надеюсь, он точно не станет. А сейчас я бы вам хотел рассказать о путешествии с Белгород-Днестровского в Одессу на небольшом швертботе длиной 4,5 метра, который принадлежит моему другу Евгению. Пару месяцев назад вы видели спуск этого швертбота на воду. Видео будет ни о чем, но мы получили массу удовольствия. Да, и там с той стороны тоже есть. И там есть, все. Пошли вот такой коридорчик из двух палочек. Там пересекла сеть влево и сеть вправо. Уже виднеется впереди мост. Как и казалось, по лиману очень много сетей. Проход между сетями обозначен двумя палками. Практически все время с того момента, как вышли из-под моста, шли на север. Проходим Санжейский маяк.
всех клубов города Черноморска. Переход Белгород-Одесса. 6,5 часов пути. Сейчас в районе Черноморска. Оживленное движение в районе Черноморска. Так, а у нас последняя дозаправочка перед Черноморкой. Мы сейчас находимся в районе Черноморска. Думаю, что через час мы уже будем дома. Вообще, я считал, надо будет делать штуцер, грушу и бак. Ну да. Подходим к месту назначения.